Югра. Главное окружное радио. Целую неделю я был в отпуске, и как же мне не хватало этих замечательных, увлекательных утренних бесед, после которых ты действительно как-то вдохновляешься, хочется жить, творить и верить. Хорошо, что нас слышит Даша. Дышать, танцевать. Можно продолжать бесконечно. Писать, любить и есть. Сначала он выполнял роль научного консультанта, а потом стал неизменным ведущим. Неизменными ведущими утра на телеканале Югра являются Марина и Никита. Ребята, привет. После долгого отсутствия, наконец-то мы с вами встретились. А я-то как рада, ребята. А ты посмотри, какой я отдохнувший и посвежевший. Да? А ты где? Порозовевший. Ты отдыхал? Я был в Екатеринбурге, в Кургане. Боже. Много где еще. За неделю 15 городов. Послушай, мы с тобой практически в одном месте, по одному направлению ездили. Я тоже была и в Екатеринбурге, и в Сургуте, и в разных других городах. Я хочу сказать, что страшно скучала по Ханты-Мансийску, потому что здесь, ну, несмотря на то, что вот сегодня дождливо и серое небо, но все равно здесь как-то, ну, теплее, что ли. В Екатеринбурге грязно. Мне там совершенно не понравилось в этот раз. Во все остальные разы понравилось. А в этот раз как-то не очень. И в целом вот как-то тянет, так сказать, домой. Даша, так почему? Все же просто. Ханты-Мансийск-то он где? Где? В сердечке, в сердце, вот здесь, вот. Да, Ханты-Мансийск, куда бы мы ни уезжали, ты же понимаешь, обратно как магнит, мы как заблудшие дети обратно возвращаемся всегда. Абсолютно, да? Согласна. Ребят, давайте немного о спорте поговорим. Давайте. Вот. Наша любимая тема. Как раз, да. Мы же смотрим максимально спортивные. Спорт и еда. Больше еда, ну ладно. Вот по Никите, конечно, больше видно, что у него еда на первом месте. Да, вот сейчас, Никита, то видно еще больше, да? Надо понимать. Ты посмотри на эти крюки и банки. Конечно. Надо, конечно, понимать, что слушателям радио Югра твоих банок не видно, поэтому я так скажу. Никита такой нормальный, добрый парень во всех отношениях. Раздобрел, так сказать. Это вот хотелось бы выяснить. У тебя дома тренажер какой-то, который это тебе доброты отпуск, добавляет? Дома тренажер. Ты слишком хорошо про меня думаешь. Вот, вы знаете, вот у меня есть тренажер. И даже не один, Даша. Это же прекрасная вещь, чтобы хранить одежду. Нет, у меня, понимаете, у меня и степпер есть, у меня и гантели есть, у меня и эллипсоид есть. Она сейчас умных слов наговорит, мы-то с тобой не понимаем, о чем речь. Вы понимаете, все хорошо, они есть. Они просто есть. Просто есть. Это все, что связывает меня со спортом. Они хотя бы есть, и я спокойна. Ну, то есть, понимаешь, да, как оно? Говорит, поставила дома, автоматически спортсменка. У меня дома ничего спортивного нет. Там кроссовки стоят, вот на этих лыжах. Ага, это которые паутиной затянуты вот такой. Чуть-чуть запылились, но в принципе... Чуть-чуть, конечно, рассказывай. Марин, если ты приложишь маленечко усилий и, скажем, уберешь эти кроссовки, или что там у тебя, лыжи стоят, что у тебя там стоит? Если уберешь, уже, в принципе, какая-то физическая активность. А если встанешь на степпер, возьмешь эти гантельки, ты представляешь, ты к лету какая будешь? Ух! Вон, не чита, Никита. Просто. Никита. Зато к холодильнику дорожка аж лоснится на линолеуме. Там прям вот видно, аж блестит, причесываться можно. Вообще, я сегодня у всех югорчан буду выяснять, какой спортивный инвентарь есть у них дома. Тут оказалось, что спрос на спортивные тренажеры в России вырос на 13% по сравнению с мартом-апрелем прошлого года. И даже известна цена, средний чек 5800. Люди тратят колоссальные деньги на то, чтобы купить домой беговые дорожки, что там, штанги, гантели, настенные турники. Все, дают себе обещание, стоя в магазине, все, завтрашнего дня начинаю, и все, понимаете? И на этом все заканчивается. Ну, естественно, с понедельника, как всегда... Ну, вы понимаете, оно начинается, но потом очень сложно этот момент удержать. Поэтому он как-то вот сколько знакомых у меня есть, это либо беговая дорожка, либо этот велотренажер, это идеальная вешалка для одежды, только лишь. Мне всегда интересно, когда люди говорят, что у меня на велотренажере вещи висят, и у меня всегда возникает вопрос, у вас что, шкафа нет? Ну, в конце концов. Вы повесьте вещи в шкаф. Дверцу уже открывать надо. Повесьте в шкаф, освободите велодорожку и занимайтесь уже по назначению на этой дорожке. Так вы меня вдохновили. Короче, мы не будем никого обманывать. Мы спортсмены только здесь. Я в пятницу отчитаюсь, я обещаю позаниматься. Принесешь сюда и покажешь. Ребят, хорошей вам спортивной среды, настроения хорошего. Пока. И тебе, взаимно, Даш.